Всем привет, уважаемые друзья, это Banished. Новое приключение выживания 2. Продолжаем, как в прошлый раз, а то, что мы остановились. Те люди замерзли. Нужно дерево, нужны инструменты. Стараемся все сделать. Как-никак. Разливаемся постепенно, да. Вот это еще начинаем строить. Всего 8 камней нужно. И все. По поводу еды у нас полное в порядке, состояние тоже все полное в порядке. Все, у нас теперь 7 дети учатся. Еще дети мы здесь. Ходят в школу. Дом строят. Умерла от старости. У нас постепенно увеличивается население. Еда продолжается пополняться. Люди все равно будут умирать от старости.
здесь тоже собирают. Сейчас мы дорогу проведем здесь. Где-то вот здесь мы будем уже сад сажать. Тонна 12. 12 на 12. Вот эта часть идет полностью. Человека там будут работать, не больше 4 не надо, а то там нечастый случай будет. Все некоторые заняли свою позицию. Здесь 4 только вот такие сажаем, типа перец, да, а там сад здесь. Строим его здесь, строим еще его здесь. Вот это надо еще поставить приоритет, чтобы они побыстрее сделали вот это. Понятно, что там у нас таким образом склад. Можно поставить его здесь, но не ровно. Социальный приоритет. То же самое. Ну, здесь не поставишь. Ну ладно, это не проблема. Прям что, да и что. Все, теперь строим торговые. Нам теперь уже давно уже пора нужно торговец, чтобы покупать. Так, пока мы не будем делать. Пока не будем. У нас там просто два брюк, капец. Нам нужно построить торговец и туда назначить там 150 примерно одежды на продажу. Они не замерзнут. Просто вот это просто если не хранить их там типа на торговле, то она просто так и будет так, типа, скажем так, исчезать просто так. Одним словом скажем. Все сделали. Здесь тоже 4 получается. Еще 4 перчи. Погода занимается садом. Они все равно будут все умирать от старости. Но сейчас назначили приоритет. Это вот это сделать. Вот сейчас здесь все тоже деревья соберут. Много деревьев синих.
короче, делает инструменты до 30, ну, до 40, так что. Потому что мы уже начали им уже постепенно разливаться и постепенно делать больше. У нас теперь еще учатся, у тебя еще 3 детей. Но мы начинаем постепенно разливаться. Но умирать они все равно будут только от старости, а не от голода. Вначале все плохо, потом постепенно уже лучше. Я тебе доволен в том, что у нас все хорошо получилось сделать то, что нужно было. Да. Ребят, если хотите просто, чтобы я, например, там поиграл с Ваней какую-нибудь игру, например, с НТС или еще чего-то. Обращаемся через ВКонтакте. Находим друг друга или в канале, там есть ссылка. Не только добавить в друзьях в конце. Друзья ВКонтакте. Группа ВКонтакте. Вступать, конечно, можно не обязательно, но все же. Там, где есть слово Discord, через туда, только все туда. Потому что я пользуюсь только Discord, ребят. Общаюсь с вами только через Discord. Да, теперь вот это включаем и вот это включаем. Все, теперь получаем железо. По поводу угля тоже можно получить. Не поместится. Надо было немножко вправо повернуть, получилось бы возможность, по-моему, 2 сделать, да. Уже не построишь уже 2. Скажем так одним словом. Два не построишь. Один только туда, другой в другой в конец. Можно только вот здесь построить еще одну шахту. Походу, да, вот здесь рядышком через. Вот так. Можно. У меня сейчас стоит проект, только вот эта часть. Вот это на паузу ставим. А можно и не только железо, можно и... угля достать еще. Сразу. Чтобы люди не мерзли. А здесь камни. Отлично. Все, теперь сейчас будет сад. Всего сделать то, что количественный. Понял. Иди помогай. Это почти забит, все бережут, перекладывают сюда. Это круто. Вот угля, немного побольше берем сейчас угля. Разрешено. Еще 4 человека. Это мы знаем, что не уже идет. А как? Так, так, так. 1, 2. Три.
Стоите, просто ничего не... Ну, то есть, стоите, делать нечего. Давайте и вот эти тоже 4 назначим. Вот так, так. Еще больше людей уже стало. Давайте, ребята, помогайте, помогайте, помогайте другим людям. Пока просто на паузу. Здесь тут железо нужно и камни. Нет, церковь построим все-таки. Нужно инструменты. Так, теперь железо добавляем. Вот теперь все уже, ребята, у нас теперь и сад теперь уже есть, присутствует. Что еще построим? Ой, ничего не нажал, выход. Паспорт. Да. Чуть не забыл про нее. Так, дорогу. Дорогу не провели. Вот теперь паспорт. Сейчас мы паспорт построим примерно вот так. Так, стоп, давайте взглянем, сколько я туда поставил вот эту часть, когда я строю. 20 на 8. Значит, 8 28. Ну, так, грубо говоря, 28, а так просто 28. В принципе, вот так, да. Еще домов. Куда застроить еще? Вот сюда. Вот так же. Мы же развиваемся как никак. Здесь еще один рынок, по-моему, построим. Здесь новый рынок. Ниже или выше? Конечно, вот здесь, выше. Рядом с домиками. А вот это, по-моему, тоже построим все-таки. И дорогу проведем часть вот там. Один простор у нас вот здесь будет, ну просто так, на всякий случай, там вот, тут все равно жили. И вдруг опять там к нам поселятся новые люди, строителей, назначим двух. Инструменты делается, металлом берут, делают, перевозят все туда. К сожалению, конечно, у нас не получится возможности, скажем так, построить идеально. 6 учеников уже учатся. Все, посадили. Один раньше, конечно, начали. Вот было одно бедное, но это не страшно. Я не хочу.
скажем так, не обязательно. Я хочу побыстрее Тагория построить. Ребята, пожалуйста, постройте его Тагория. И дорогу мы сейчас туда проведем. Вот так. И вот так. И вот так. Весь вот так. Вот так. И дорогу проведем. Он сюда не проводится, потому что здесь мост нету. Но здесь по основному. Ага, здесь угол такой, так что здесь не проводится. И здесь тоже уже конец. И. А с другой стороны проводится вот здесь. Вот так проводится. Еще красиво будет смотреться. Ну все равно мост провести нужно. Это и это кирпич. Эту дорогу надо убрать. Определенно. Она тут лишняя. Разливаемся, это хорошо. Но ресурсов у нас не так много. Вот это мы и делаем, да, все правильно. Вот здесь тоже железо. А, не понял. Смотри, как там как оказался. Это же мост не стоит. Так, пока что мы продолжаем так же, как раньше, жить без торговца. Но зато хорошо, что у нас постепенно разливается, ресурсы собирают, еду обеспечиваются, но у нас все равно скоро конец, буквально в смысле конец в том, что у нас он скоро вообще часто будет уже кончаться быстрее, намного быстрее запасы еды. Вот это уже начали строить. Но это потому что нужно дерево. Если там попадется торговец по поводу коровы и курятников, я это возьму. Мы потом одного по поводу создавания одежды мы так назначим, что там вообще супер будем обменяться в обмен на одежду. Опять там все как обычно. Ну, я имею в виду сказать, хочу сказать в том, что я не смогу продолжить, потому что скоро закончу второй сезон по этой полностью. Может быть, вернемся еще в третий. Возможно. Продолжение с того же места, где
Ему и остановимся. Но сейчас пока я не буду, потому что я еще продолжаю. Я еще не сказал, что прям это последняя серия. Я просто примерно говорю, чтобы вы были в курсе. Что мы будем постепенно разливаться. Дело все необходимо. Железо. Все добавляем. Инструменты. Все. У нас со временем увеличиваются поселенцы. Одна сердечко упала, все будет с собой понятно. Вот это у нас сейчас идет, у нас только два строителя, вот это уже построили, замечательно. Замерзают. Им нужны ресурсы. Один из них уже умер от старости. Вот это вот сейчас почти достроили. Нужно еще два, и все, и будут строить, и будут добавлять, а 4 человека будут добавлять и камней. Вот там серьезно такая, что же там нужно много. Ну, уже вырос. Деревья выросли. Играем на естественно высоким предектом. На 10-й. Все плохо и плохо. Один просто шахту мы сейчас просто таким образом добавляем и делаем инструменты и угля и так далее. Пошел в кубу. Уже 8 детей учатся. Еще 6 осталось, да? Вот теперь 21 инструмент, дайте. Господи Иисусе, да. Немножко побольше я начал назначить работу у них там рынками. Потом здесь тоже будет два. Давайте, ребятки. Ну давайте, давайте. Хотя бы здесь тоже назначим. Камни нужны. Камни. Один умер от старости. Учится один из 6 девочек, ну, детей. Вот сюда еще добавляют. О, все, теперь сейчас туда назначим целых тоже 4 человека. Вот сейчас добавляют камни, и вот сейчас будем все строить. 20 стоите, сейчас начнется строительство, ну всерьез. У нас только умирает от старости, а так мы разливаемся неплохо. Абсолютно. Так, пожалуй, да, скоро, правда, мне придется заканчивать этот второй сезон. Не переживайте, третий сезон будет продолжение. Предыдущее первое сезон у нас в семье это по этой игре Банниш, это просто чисто, просто не удалось разливаться правильно. Поэтому у нас там и получилось таким образом коротенький такой количественный серий. Ну, я имею в виду количественный. И поэтому таким образом, ребята, и получилось, что смерть населения. Сейчас у нас проблема с едой, сейчас уже стало. Ну, поэтому я вот почему построил 4, чтобы обеспечить еды. Играем, конечно, мы таким образом на высоком приоритете, можно поставить на пятерочку. Разницы я не вижу. Вот все, выросли, начали сажать фрукты. Вот сейчас вот это начал уже собирать урожай. То есть вот собирать фрукты, а эти еще 3 пока не смогут. Пока без торговца мы пока справляемся. Нам все равно скоро придется еще у его торговца покупать семена или
Просто количество продуктов разное. Пожалуйста, кто-то не умирает от голода. Запасы железа. Для инструмента. Два дети уже в школу пошли. Неплохо. Справляемся более-менее таким образом. Все, один уже несколько человек сейчас голодные. Сейчас умирать будут. О, уже начали умирать от голода. Трое умерли уже. Тоже 4. Ну, пусть будет 5. Пять человек. Вот. Сейчас еще умрут с голоду. Несколько человек умрет с голоду. Хоть успевайте там немного более-менее. Нет, уже все, ребята, в следующей серии, по-моему, уже будет то же самое повторение. Разливаемся-то неплохо, а вот, ребят, если мы если население выживет, то это круто. А если нет, то все, скажем так, до свидания. Пока я думаю, что домов пока не стоит строить дальше. Потому что у нас вот так населения пока хватает. Я про домов имею в виду. Строить не ставит. Мы сейчас то церковь хотим достроить, да. Вот теперь сейчас собирают ресурсы камня. Вставляют вот сюда. Заносят и туда, и разных сторон. Деревья-то закончились. Угля тогда собирайте. Собирайте угля. Еще не хватало от смерти от холода. Все, начинается. Все плохо и плохо. 25 инструментов нужно делать. Да у нас сейчас только проблема гибеля. Не, просто я строю идеально. Одну сторону там типа запас еды, другую там это. Я, по-моему, зря начал нанимать людей. Просто так обеспечим, тогда у нас не настолько слишком богатое количество запаса. Все стало хуже. Все. Не, продолжение, скорее всего, не будет. Все, ребят, все, ребят. Это конец. Все, ребят, это последняя серия, пожалуй. Я так и закончу. Ну, считается уже все, ребят. Полностью я проиграл. А продолжать, я думаю, что не стоит. Потому что я полностью проиграл в этой игре. Большое всем спасибо за просмотр. Это было Banished. Новое приключение выживания 2. Второй сезон. Ну, так получилось, что так все. Полный провал. Ну, это же игра, так что можно бесконечно играть в нее. Это очень интересно. Я и так я уже в предыдущей говорил, что со временем будем возвращаться к старым играм, те, которые мы играли, те, которые мы будем все равно одно и то же постоянно, не то что постоянно, а со временем будем возвращаться и играть постоянно те игры, те, которые нам больше всех нравились раньше. Может быть, Fallout Shattered или просто Shattered. Тоже по выживанию скоро мы вернемся после
других. Ну что ж, уже не друзья, Sam & Dave, седьмой сезон выйдет тоже очень скоро после, как раз после вот этой игры. Дело в том, что я уже все, я с вами буду прощаться. Большое вам всем спасибо. До скорого встречи.